разбираться. Да, ты! На колени, сейчас же! Руки за голову! Ну вот так. Да, теперь я тебя обыщу. Не жалей. Нельзя на улицу ходить, урод! Частные дела. Все заведения временно закрыты. Интересный образ. Я серьезно. Видела его прошлой ночью в одной руке был мешок, а в другой молоток. Да брось, это городская легенда. А как отличить-то, если они хорошо подсчитывают? Вообще, я совершенно уверена, что если ты ешь куриные лапы, то ты... Не забудь свой пропуск. Знаешь, что будет? Я о том, что ты ешь лапы. Это просто ужасно. Они же нарушают наши права. Как до такого дошло? Точно? Мне это правильно не нравится. Радуга начинается от зайки. Помни это, брат. Я заплачу. У тебя должен быть нейропатик. Прости, у нас только радуги. Это другой наркотик. Называется неон. Попробуешь и забудешь о Пазине. Нам с сестрой нужно лекарство. Нам нужен нейропатик. Я же сказала, у меня его нет. Это не мои проблемы. Thank you.
Тут тебе делать нечего, Аук. Уйди отсюда, железяка. Тебе нужен пропуск. Позже приходи. У нас чернила кончились. Не знаю. Думаю, тебе стоит поскорее свалить отсюда. Пропускной пункт на той стороне города. Загляни туда. Я тебя найду. Доклады! Доклады! Показывай свежие документы. Иначе здесь не пройдешь. Я правила знаю. Правила изменились. Слишком много иностранцев. Теперь у всех аугов должно быть удостоверение пропуск. У тебя оно есть? Я обращусь к людям, на которых работаю. Они все уладят. И на кого же ты работаешь? Какая разница? Боишься, что я званием выше? Нет, конечно. Правила одинаковы для всех. Кстати, я региональный директор по... проверке документов. Выше меня только Господь Бог. И он говорит мне, что если ты полезешь без пропуска, то мой священный долг — тебя пристрелить. Правда? Друг мой, я понимаю, что ты сейчас думаешь. Законы, направленные против таких, как ты, — это просто ужасно. Но, может быть, я смогу помочь тебе? Мы можем договориться. И как же договориться? Тебе повезло. Я знаю одного парня, настоящего эксперта в делопроизводстве. Он может предложить пропуск, удостоверение, все, что нужно для спокойной жизни. Плати и свободно ходи куда и когда захочешь. Что скажешь? Предположим, я захотел бы пройти прямо здесь и сейчас, еще не получив этот твой особый документ. Это возможно? Конечно! Могу посоветовать вариант «плати и иди». Ты мне платишь и можешь идти. Это что, взятка? Ну-ну, мой друг. Я предпочитаю термин «стандартный штраф». Знаешь, как бдительный гражданин ты можешь получить скидку. Один раз. Это твой делопроизводитель. Это он всем заправляет. Он тебя заставляет тормозить аугов и предлагать им выгодную сделку. Узнай у него сам. У него есть документы, чтобы проходить пункты досмотра, избавляться от полиции, чтобы попасть в те части Праги, о которых ты и не знал. Я дам тебе адрес. Скажи, что тебя прислал Драгомир. Хорошо, давай. Хочу посмотреть, кто за этим стоит. Это в прикашке. За жилым домом есть дворик. Очень легко найти. Мой друг будет ждать там, и ты сможешь купить свежий пропуск. Заплати ему. И не задавай вопросов. Этот день закончился. Все сделаем. Очень интересно. Просто ужасно.
Они же нарушают наши права. Все на востоке. Спорта с прислушники старой полиции и полиция. Может, Драгомир разрешит нам устроить еще один пост? Двигай-ка отсюда, чмо! Пропускной пункт на той стороне города. Загляни туда. Тебе нужен... На пропускном пункте меня остановил некий Драгомир и отправил меня сюда. Сказал, что вы помогаете аугам с документами, делаете новые пропуска. У тебя бабки есть? Может быть. Только расскажи, за что я плачу. За то, что твое имя внесут в список. Милена работает наверху, она сделает тебе блестящий новенький пропуск. Через неделю приходишь и забираешь. За отдельную плату. И сколько вы с людей за это берете? Не люди, ауди. 35 тысяч кредитов. Твой друг говорил, что мне все сделают бесплатно. Я ведь отличный парень. Драгомир бы такого не сказал. А что он сказал? Я буду присылать лохов аугов, а ты из них вытягивай все деньги, что сможешь. Так это у вас работает? Послушай, у нас все просто. Выкладывай деньги, и мы тебя внесем в список. Милена работает первоклассно. Старается даже сильнее, чем от нее требуется. Похоже, я узнал все, что было нужно. О вашем предложении и о твоей подруге наверху. Пожалуй, попробую пока обойтись без документов. Как скажешь. Но ты готовься. Рано или поздно к тебе ночью постучат. Пропускной пункт на той стороне города. Надо загляни туда. Я начинаю они волноваться. Что они непонятно сейчас? По слогам. Свалил нахуй. Даже и не думай.
Thank you.
Пожалуйста, не стреляйте! Не расскажешь, что тут? Кружок рукоделия? Ты работаешь на этих мошенников, или это они на тебя работают? Почему же сразу мошенников? У нас что-то вроде социальных услуг для обездоленных. Своих аугов не бросаем. Похоже, у вас тут фабрика подделок. Ненавижу слово «подделки». Предпочитаю графический активизм. Я помогаю людям стать другими людьми. Думаешь, слово «подделки» будет хорошо смотреться в резюме? Ты занимаешься обманом и вымогательством, и все, что тебя волнует, это резюме? Нет, ты меня неправильно понял. То есть, да, карьера — это важно, но это еще не все в жизни, я знаю. Слушай, я начинаю нервничать, когда у меня стресс... То есть, у меня стресс, когда... В общем, все только хуже становится. Так, стоп, не нужно нервничать. Ты же на моей стороне, правда? Ты хороший, а не как Драгомир. Я не собирался тебя пугать. Просто хочу, чтобы ты мне все объяснила. Вкратце, что здесь происходит? Вкратце, верно. Если вкратце, то я помогаю аугументированным друзьям. Судя по тому, что я видел, вы вымогаете у людей деньги и обещаете взамен фальшивые документы. Как это им помогает? Вымогательство – это плохо. Лично я против вымогательства, честно. Ну, конечно. Давай я попробую объяснить. Власти каждый месяц сами выпускают официальные пропуски. Но их продают только богатым шишкам из корпораций и военным союзникам. А остальным аугам запрещают ходить по городу, потому что их документы якобы просрочены. Так было с моими друзьями. Коррумпированное правительство против организованной преступности. А страдают обычные люди. Классическая история. Когда я сама этим занималась, то денег не брала. Но потом появился Драгомир, превративший все это в большую затею с фальшивыми пропускными пунктами и заоблачными ценами. Я в этом участвовать не хотела. Почему осталась? Мне было страшно. Драгомир сказал, что убьет меня, и посмотрел, как... Вот ты сейчас смотришь. Ты же меня не убьешь, правда? А ты как думаешь? Пока не знаю. Слушай, тут главный Драгомир и его пропускной пункт. Остальным без него даже яблоки на рынке не продать. Может, ты мог бы... Ну, понимаешь? Думаете, я могу просто так стрелять в людей? А разве нет? Предпочитаю иметь в запасе варианты. Ладно. Тогда пырни его ножом. Или запугай. Или для разнообразия заставь работать полицию. Помню, Драгомир говорил про какого-то копа рядом с КПП, который ему угрожал. Может, это и правда последний честный полицейский в Праге? Похоже, самый безопасный вариант. Иначе мне придется воевать с людьми в форме. Там разбери, жулики или нет. На вас может ополчиться весь город. Но все же выбор варианта за вами. Ясно. Я правильно понимаю, что тогда с поддельными документами будет покончено. Я терпеть не могу вляпываться в неприятности. А еще хуже, когда из-за меня страдают другие. Больше никаких подделок, обещаю. Если только они правда кому-то не понадобятся, тогда я, наверное, сделаю... Ну, то есть, если мы в самом деле можем кому-то помочь, то надо помогать, верно? Зависит от того, что у тебя на уме. Мои документы могут обмануть любых силовиков. Ну, вроде как. Вроде как? Из-за Драгомира город наводнен фальшивками. Так что город принимает меры. Новые сканеры, коды подтверждения. Если мой пропуск не занести в городскую базу данных, то это просто кусок пластика.
Получается, что люди платят за фальшивки, а их все равно могут депортировать. Не обязательно. У меня есть два пропуска, я их только что сделала. И я думаю, что мы правда можем помочь этим людям. Хочешь поучаствовать? Ладно, и как мы поможем? Их зовут Эдвард Брод и Иренка Бауэр. Драгомир хотел содрать с них раз в 20 больше честной цены. Может, ты просто отдашь им подделки? Такой подарок на Рождество. Заранее. Ты же сказала, что это просто пластик, и их все равно вышлют. Как это им пригодится? Думаю, что знаю, как их активировать. Если ты согласишься помочь в этом. Хорошо, я найду Эдварда и Иренку. А с тобой тут все будет в порядке. Когда они узнают, что с Драгомиром покончено, то оставят меня в покое. Это его я боялась, не их. С людьми на улице я разобрался. Они тебя не потревожат. Спасибо. Ты неплохой парень для загадочного и воинственного типа. Кстати, вон там есть сейф, в котором они хранили деньги. Я знаю код. 2489. Все, что найдешь, твое. А как же ты? А мне уже хватит. Помните холодную войну, как мы каждую минуту ожидали гибели всего мира, как мы ненавидели... Показывал мне свои документы. Как по мне, вполне настоящий. У нее зуб на Драгомир. Он показывал мне... Ты не местный, да? Чем я себя выдал? Взял и подошел вот так к полицейскому. Да еще и, судя по всему, на что-то хорошее надеешься. Меня на днях остановили на фальшивом контрольном пункте. Сказали, что тут поблизости есть заинтересованный офицер. Драгомир, скользкий тип. Всем, кому надо, приплачивает.
достал документы, доказывающие, что он и правда региональный инспектор. Я над этим уже работаю. Собираю факты. Факты? Он там наряжается полицейским и пристает к Аугам. Ну да, как и 90% моих коллег. Слушай, ты пойми, денежка кому надо, бумажка. Все это в этом городе крайне важно. Особенно, когда все уверены, что Драгомир ничего особенно страшного и не делает. Так, достает Аугов. Это еще далеко не все. Так я и думала. Тогда рассказывай, что еще Драгомир придумал, пока мы деньги считали? Этот КПП Драгомира – часть целой схемы. Он не просто останавливает Аугов, прессует их и отбирает какую-то мелочь. Нет, там серьезное вымогательство. Вот как? У тебя есть конкретный адрес? Я там был, видел, как все устроено. Знаешь что? А ты меня убедил. Мне нужен был хороший повод. Я давно ждала возможности хоть раз задержать тех, кто этого и правда заслуживает. Хватит. Его взятки ему больше не помогут. Я молчать не собираюсь, а ты лучше не мешай. Этим делом занимается полиция. Не надо нам мешать. Сворачивай лавочку, Драгомир! Что за место? Прошу. Давай, давай. Милена, у меня новости о твоем друге, Драгомире. Драгомир на моей памяти играл разные роли, но моего друга среди них не было. Ясно. Он разобрался. Больше он не будет тебя докучать. Слава богу! Не знаю, как ты... Милена, у меня новость о твоем друге, Драгомире. Драгомир на моей памяти играл разные роли, но моего друга среди них не было. Я с ним разобрался. Больше он не будет тебе докучать. Слава богу! Не знаю, как ты это сделал, но рада, что получилось. Слушай, если тебе нужны какие-то документы... У меня все в порядке, спасибо. Больно.
Драгомир может и по... Ты не местный, да? Чем я себя выдал? Взял и подошел вот так к полицейскому. Ну да, как и... Это... Так, я иду. Этот... Я... Знаешь, этим делом занимается полиция. Не надо нам мешать. Это необычный алк. Сворачивай лавочку, Драгомир! Я иду! Я не хочу умирать! Отдай меня! Кто стреляет? Еще один. Милена, у меня новость о твоем друге, Драгомире. Драгомир на моей памяти играл разные роли, но моего друга среди них не было. Я с ним разобрался. Больше он не будет тебе докучать. Слава богу! Не знаю, как ты это сделал, но рада, что получилось. Слушай, если тебе нужны какие-то документы... У меня все в порядке, спасибо. Видом наслаждаешься? Что-то найдем. Гляди в оба. Чего увидишь, стреляй. Мы были машинами, господин. Но от ужаса и боли мы обрели душу. Что-то борется в нас. Бывают моменты, когда на нас что-то находит. И мысли являются, каких не бывало прежде. Чувства, что мы не знали никогда. Мы слышим голоса. Они рассказывают о детях, которых мы могли бы любить. Примус, это ты?